на сегодняшний день, да и в дальнейшем, когда территорию района поделим МУПом, это будет означать о том, что мы не справимся с задачей обеспечения жителей наших населенных пунктов теплом и водой. Ни одна частная управляющая компания никогда не зайдет на территорию района там, где ей невыгодно. А это действительно будет невыгодно. Они же заходят там, где все хорошо, инфраструктура работает, все как бы практически пока новое. А когда это все уже сделано очень давно и приходит со временем, все равно любое, и железо имеет тоже свой срок эксплуатации, все это приходит в негодность. И такие финансовые затраты, которые на сегодняшний день даже МУП тратит, да, и более подробно маленько чуть дальше остановимся, они на это никогда не пойдут. Да, на сегодняшний день у нас пока МУП еще в состоянии убыточном, но те меры, которые сейчас принимают, все-таки создают не то что иллюзию, а все-таки уверенность в том, что мы все-таки вытянем. Оно само себя вытянет, да? В плане того, что и предоставление услуг населению, и участие в проектах, это по замене труб водоснабжения, теплоснабжения и так далее и тому подобное. В этом году нам удалось в 10 раз привлечь инвестиции в строительство Красноярского края. Да? Если в 2021 году было на эти цели, на неотложные нужды выделено всего 1,5 миллиона, то в 2022 году 10,5 миллионов мы получили. Мы их потратили на замену водоснабжения труб, теплоснабжения и на те неотложные нужды, первоочередные, которые проводил в плане замены где-то труб, где-то что-то и это самое. Нам выделили средства на приобретение котлов. В этом году мы приобрели 6, их поменяли, те, которые уже на замену вот-вот приходили в негодность, мы их поменяли, все нормально функционирует. И на 23-й год у нас было в планах поменять 3 резервных котла, но нам же опять удалось получить еще дополнительно 5 миллионов строительства с Министерства ЖКХ. И мы их пустили вот именно на резервные котлы. Поэтому практически мы уже то, что планировали на 23-й год, уже эту задачу выполнили.